Всем огромный привет, ребятушки! Сегодня поиграем в танки. Сегодня у нас последний стрим по танкам. Не навсегда, конечно, естественно. Последний стрим по танкам не навсегда, но на ближайшее время, на долгое. На ближайшее долгое время, потому что начну проходить новые 3-5 игр. Новые 3-5 игр начну проходить, стримить их. И это будет около 2 месяцев. Громко? В смысле громко? Вообще отлично. Вообще отлично, вот. Поэтому, ребят, пожалуйста, извините, кто любит танки. Поэтому подождите, будете смотреть другие игры. Они тоже очень интересные, на самом деле, очень интересные игры. Вот, поэтому будем проходить их. Поэтому пока танков не будет, и это последний стрим по танкам. На ближайшее время, не навсегда, повторяю. А, так, сейчас попытаюсь начать. Что такое? Сейчас мне Вика начнет писать. Я пока звук отключу. Мы не попрощались. Да, точно не попрощались, да. Привет, Диего. Нет, пока нет. Не хочу я пока в эту игру играть, но буду. Посмотрим, я еще не знаю. Пока у меня есть 3 игры, которые я хочу пройти. Тоже в Стиме, да. Но... но не эта игра. Потом ее. После тех игр, вот когда 3 игры пройду, мои, которые я хотел, начну вот твою. Я тут пока водички пью. Колки на Макс были, это что такое? Чё ты пишешь? Опять ты какую-то, блин, ерунду пишешь. На чем, ребят, на чем сыграем? Так, во-первых, подключаем резервы. 2 дня прямо есть. Будем заниматься... Да что такое, а? Ёлки-палки. Будем заниматься фармом. На шарики. Можно и на шарики, на самом деле. Так, не знаю пока, как он тут у меня по оборудке. Я на шарики не играл, наверное, около... Господи, сколько я на нем не играл-то? Очень долго. А, колонки на максимум. Все, понял. Понял. Я думаю, какие колки, какой Макс вообще? Причем тут какой-то Макс? Ой, Диего, прости! Нет! Нет, Диего! Диего, пожалуйста, нет! Нет, Диего! Я не... Господи, прости, пожалуйста. Я не знаю. Го на лисики? Нет, не хочу пока на лисики. Я на шарике давно не играл. Диего, напиши, если ты тут, пожалуйста. Ты не можешь, да, написать? Если можешь написать, напиши. Я попытаюсь это исправить. Господи, я хотел включить чай. А, фух. О, господи, спасибо. Фух. Ого. Я аж испугался, блин. Я тебя нечаянно забанил, господи. Я хотел чатик побольше сделать, а в итоге нечаянно клацнул еще и на тебя как-то там. Что-то случилось и вообще на тебя попал. Ой, какой разброс на шарфутюре. Да. Вот что это значит не играть давно на шарике. Да, конечно. Ну вот это что вообще такое? Меня сейчас же еще и подсветит, правильно я понимаю. Случайно. Ну, вряд ли. Ну, понятное дело, он вряд ли как бы будет вылазить. Это, ну, господи, это логично. Потому что, а смысл ему вылазить, правильно?
Модера. Ну, Илья, после стрима, я пока не знаю. У меня набор модеров вообще, в принципе, пока прекращен. Вот, я и Диего еле как взял. Но Диего я взял все-таки из-за уважения. Потому что он очень давно смотрит. Вот, очень давно. Поэтому тут я уж не мог отказать. Ну, посмотрим, Илья, Илья, посмотрим. Сейчас я пока, видишь... Не этими вопросами. Давай, Диего, давай, удачки тебе. Спокойной ночи, там, приятных слов. Приятных слов. Приятных снов. Приятных слов. И приятных слов тебе. И приятных снов. Всего тебе, всего желаю. 1-4. Топ-команда. Нет, ну просто, вот, понимаете, не знаю, как это происходит. Так всегда, то есть, один, ну вот взять 1-4, у команды там у всех по 0 хп осталось уже, да, по 1 хп. У меня фул. Как они, что они делают, чтобы вот... Ну, там на базу, во-первых, надо возвращаться уже, потому что что тут, как бы там. Диего спать. Ты сегодня как-то рано, да, спать идешь? Режим, режим, да, настраиваешь? Режимчик. Обычно ты прям засиживаешься, потому что я тут... Да еще и это, знаешь, не так-то и рано стрим начал. Я делал стримы намного позже, и ты сидел там всю ночь, что ли, почти со мной. Еще и, извини, эти стримы были, да, ну вот лично у меня там до часу ночи стримы были, которые длились по 4 часа. Да я понял, понял, Илья. Я понял. Так, у меня ВНов не хватает. Ну вот если хомяк выйдет, Е1, да? Е1, Е1. Ну вот и я засветился, блин. Обидненько. Вот он и вышел, господи. Отстань, а. Ну, пацаны, ну давайте, нагибаем их по полной. Пацаны, надо их нагибать, вы чё? Пацаны, вы чё? Он сейчас же мне... Ну, он мне немного, конечно, ладно. И арта еще добавит. Блин, там еще и этот что-то там из жопы лезут уже. Господи, да ты дурак, что ли? Ну, хоть еще что. 5-4-3-2-1. Полетели, влетаем. Ну. Ага, у меня там еще пацаны, да? Там из жопы лезут уже, ёлки-палки. Так хочется ему трес. Ух тышка. Это вообще что? А, ну все, у нас, ребят, ну в жопе танки. Понятно, 3-12, классная команда. Так, хочу тебе задонатить. Спасибо огромное, спасибо. Приятно. Ну, вот какая-то такая. Ну, вот я и говорю, и как? Вот до этого, ну, 1800 еще я и сделал. То есть до этого момента я стоял, да, и у меня было full хп. У них там уже было по 200... Ну, то я не понимаю, как они это делают. Вот так, по щелчку пальца прям все. По щелчку пальца, действительно. Настолько быстро слиться. Ну, я не знаю, но это правда. Это вообще... Что удивительное. Очень удивительно. Я на первом месте так мало урона нанес. Давайте, я думаю, выгрузим вот это, потому что...
У нас же фармстрим. Фармстрим. А чё мне надо-то? Вот огнетушитель. Ну тут вообще он не это. Не в тему. Ну ладно. Не в тему, ну ладно. Ой, ребят. У меня вот, блин, мне так нравятся мои вот дни, которые идут. Они мне очень нравятся, правда. Такие приятные дни вот у меня начали идти. Вот как наступил 2024 год. Хорошие пошли дни. Очень, ну, то есть приятные. Во-первых, в 2024 я начал много стримить. Хотя нет. Вот скажу честно, я изменился. В плане стриминга я очень изменился. Раньше вот да-да-да, вот так то все, да-да, я такой хорошенький, все, я каждый день делаю стримчики, все дела. А вот когда уже этот год наступил, да, у меня там уже 140 подписчиков, 130, 120, да, было. Вот оно как-то, знаете, я уже вот что-то почувствовал в себе такое вот. Другое. То, что уже и, знаете, хочется и что вот он, ну вот-вот и ответку какую-то дать, правда. И стримы, они пореже стали. Чё он сделал? Я не знаю, кдэшится, не кдэшится, конечно. А чё ты поворачиваешь-то куда? КДшится, не КДшится? Не знаю. Но у них что-то слева танков много на самом деле. Ладно. Так. Буду КДшиться и уезжать. Буду КДшиться и уезжать, потому что у них там танков много. Кстати, Илья, ну что ты там разобрался? С этой видеокартой, там все дела, чё, как, чё. Когда натик настроить? Я имею в виду просто в любой вещи, вот, в плане стриминга. В деле стриминга. Потому что давай, чё-то это, тебе там вон тоже кто-то хотел задонатить так-то. Какие-то люди там хотели тебе задонатить. Поэтому давай делай-ка побыстрее уже донат. Конечно, не мое дело, но правда. Прям надо и все. И точка. Надо и точка. Потому что это действительно. Там столько тебе захотели задонатить. Там миллионы людей просто. Да не надо там никакую банковскую карту, господи. Я же тебе говорю, как я делал. Я никакую банковскую карту не указывал. Зачем мне надо указывать основную? Я же тебе говорил, как. Вот у меня на донат две ссылки. Меня на донат снизу две ссылки. Есть очень хорошие приложение, которое можно пользоваться без банковской карты. Там даже банковскую карту не надо. У меня есть банковская карта, но я ее не буду. Я что, дурак ее указывать, что ли? Я дурачок, что ли, указывать свою банковскую настоящую карту? Я указал вот есть такая Яндекс.Деньги и есть Киви кошелек. Я установил моды не на облегчение игры, а просто на озвучку ангар. Да, я видел на стриме. Да, надо там карту банковскую надо, мама с вами разрешает. Два чела. Ну вот, два чела. Я говорю, я без банковской карты все делаю. Вот ты. Сейчас, как сказал бы. Да не хочется пока. Как-то сделать. Ну, я тебе говорю, посмотри обзорчики. Опять же, все через обзорчики. Все.
Вот так. Я так и делал. Я так и обучался этому всему обзорчики. Видишь, я сейчас не могу рассказывать вот это все. Не знаю, может, есть какие-то еще способы оплаты. Я точно сейчас прям так не скажу. Может, какие-то, ну, не спо, господи, способы оплаты. Какие-то еще банки, может, есть. Банки. Банки. Ну, кто понял, тот понял. В общем, честно не скажу, но я знаю только... Это ЛТшечка. Спасибо огромное ей. Я пока знаю только... Да, ну, хватит меня коточить. Я пока знаю только... Что там? Я, блин, уже говорил. Яндекс.Деньги и Киви кошелек. Юмани. Яндекс.Деньги, да? И Киви кошелек. Пока только эти знаю. Может, какие-то еще есть. Ну, через Donation Alerts это там все и вводишь. Там все ты и вводишь, да. Ну, тоже посмотреть, я говорю. Такое классное видео, господи, поблагодарить надо вот этого блогера. Он там так хорошо рассказал, как что настраивать. Вот когда я начинал, получается, делать донат свой первый. С мобилки, хорошо понял. Когда вот первый донат начал свой настраивать. Там человек в видео так все подробно рассказал. Это капец. За каждую функцию. Потому что вот даже сейчас я знаю стримеров, ну, которые вот, знаете, так, буквально захотели запустить стрим, но они это сделали спонтанненько, так знаете. Вот. Ой, говнобои. Вот, но они это сделали спонтанно, например, стрим запустили, вот, да. И получается, и у них они они настроили только рубли. Я имею в виду курс. То есть там, да, получается, у них рубли, минималка, донат, ну, минимальная сумма доната, 100 рублей, например. А вот кто хочет задонатить им там в долларах или, ну, тому подобное, евро там, еще какие-то валюты. Да что это такое, елки-палки? Ты мне специально, что ли, кидаешь? Мне через каждый бой приходит это. Вот. Ой, Саня, привет. Привет. Чё я хотел сказать, я уже забыл. Сейчас. Я уже не помню. Что я говорю? А, что я говорю? Что-то я говорил. А, вот, то есть они это не могут сделать, потому что стример запустил, не планируя стрим, так резко. И он не настроил там ничего. А тот человек мне, ну, не мне, а вообще всем в видео рассказал, как это сделать. Короче, классное видео на самом деле. Как вы тут? Да все хорошо, Саня. Вернули карту. Да как давно, как бы уже. А чем у меня чат включен? Зачем мне этих уродов слушать? У меня вроде бы отключен был, ну ладно. Карту вернули, очнулся человек. Да. Уже как полгода назад вернули, он только сейчас понял, то, что ее вернули. Уже скоро опять новые вернут. Он это. Сань, я видел, что ты написал. Я видел. И повторил просто. Да все отлично, что я могу сказать. Все хорошо. Вот решил на шарфутюрчике погонять. Давненько я на нем не катал, на самом деле. Очень давно, очень. Может, около 2 месяцев. Да какие 2 месяца? Даже больше, могу сказать, на самом деле. Намного больше. Опять они сливаются. Надо сервак менять. Вот. Решил на нем поиграть. Будем фармить серебро, потому что я уже говорил, я там новый танк купил 9 уровня. Качаюсь новому танку. Объект 277.
Я уже на 9 уровне. Вот. Я на 9 остановился. Смотрите, а? Какие классные каточки. Вообще, просто великолепные. Опять обсерились. Ой, топово, топово. Так, вот... Ну, вот я тут, да, врезался. Спасибо большое. Надо вот эту карту, знаете ли, надо ее переделывать, честно скажу. Старую карту вернули, хоть она и старая, ее надо переделывать. Уберите вот эти тупые ежики, они меня бесят просто. Вот эти дурацкие ежики, об которых я постоянно спотыкаюсь. И вон, 2-3 счет. Ну постой, ну. Сейчас прочитаю. Что-то бои вообще какие-то не очень идут на Шарфутюре сейчас, на данный момент. Уже третий бой, походу, и то поражение опять сейчас будет, наверное. Конечно, конечно. Да что я все врезаю? Что-то я... Понятно. Кдэшусь. Сейчас, ребят, чатик почитаю, подождите, пожалуйста. Видите, бой какой. Помойный. Так, там нигде, да, нет? Я ничего, уже отдефили, что ли, базу? А, господи. Их вообще не понять. То не сдыхают, то не сдыхают. Арта, что ли? Конечно, арта отдефил один. Молодец. Просто топово. Просто топово. Потому что леопард где-то. Может слева, может справа. Фиг знает, я хочу вот к нему сейчас. А у них там стерва-то еще так-то. Я поехал. Вот он. А, да, конечно. Да, да. Конечно. Опять орудие. Ты чё? Ты чмо такое, а? Два раза он мне пушку критует. Два раза подряд он мне критует пушку. Это просто, это вообще ужас какой-то. Ну вот на Шарфутюре, конечно, фармить там нет смысла, потому что он не фармит. Но это не прям танк. Но тем не менее, хоть что-то он вывозит за бой. Потом на лисе можно, как Илья там говорил что-то. Он там говорил, возьми лиса. А я сказал, конечно, нет. Ух ты. Ну вот куда мне со сломанной пушкой ехать на фазика? А вот нормально, вот сейчас можно. А вот сейчас можно ехать на вазика. Потому что он тут вот так. Я не знаю, добьет, не добьет он меня, конечно. Но я его тоже добью. Ладно. И я еще на КД уйду. И у них еще вот это вот итальянская дрянь. Еще дрянь итальянская. А, ну ее сейчас убьют. Что-то быстро ее вы. Ребят, чтобы вы ее быстро. Я даже тогда пушку чинить не буду, я уже не успеюсь даже откадешься. Ну все, да. Так. Чат читаю. Сейчас дела, работы очень много. Я уже забыл, когда в танки играл, наверное. Стримы и то часто пропускаю. Ну, знаешь, пропускаешь, не пропускаешь, но заходишь. Тем не менее, я понимаю, Сани, я все прекрасно понимаю. Вот начался 2024 у меня, тоже очень много на меня дел вывалилось, очень много, правда. Вот начиная с нового года, вот по сей день,
По сей день. Прям, да, дела идут, идут, идут. Но это хороший год. Это хорошо же. Три арты. Вот. Нормально. Ты тем не менее заходишь. Ты же мне говорил, Сань. Поэтому я прекрасно понимаю. Да-да, эти ежики бесят. Ну да, бесит. Я не говорю менять карту, прям перестраивать все дома, вот там что-то менять, все, менять, все. Уберите для начала просто ежики. Потому что они реально бесят. Я не у себя только замечаю, я вообще у людей замечаю, которые говорят то, что нафиг вы их вот сунули-то сюда. Сколько раз я вот видал, как бы то, что да. На других стримах люди тоже говорят, ну, блин, ну нафиг надо. Нафиг они нужны. Потому что постоянно кто-то в них врезается. Тяжелые эти ежики вообще. Они бесполезны абсолютно. Неудобные только. Если бы они ломались, вот если бы они ломались, то да, окей. Не было никаких претензий. Спасибо огромное. Но они же, блин, не ломаются. Поэтому. Не знаю. У нас уже башмак пол хп потерял. Молодец. Тапишься. А что я не отъезжаю-то? Ага, все, спасибо. Так, а ребята, а туда кто не хочет, вот что ты там стоишь-то? Иди сюда. Чё ты там встал-то? Да. Ярта, ярта. Спасибо огромное, Артюля. О, 5 лайков, спасибо, ребят. Спасибо, 5 лайков. Приятно мне очень. Ну, короче, она сейчас... А, так там три арты, вот я забыл. Простите. Простите. У них три имбовые арты. Два башмака барабанных. И 261 объект. Это топ. Это топ, ребят. С таким... Я лучше на КД уйду и вообще отсюда уйду. Не только на КД, но и в принципе. Потому что у нас справа, я людям сказал, я потыкал. Там едет справа танк. Им насрать. Конечно. Конечно же вам насрать, дорогие мои. Что вы придурки? Вот и все. Хочется мне забраться, но мне кажется, я не заберусь. У них там стандарт, вот это вся шелупонь. И мне кажется, я сейчас только умру, вот правда. Хотя нет, вроде бы заберусь. Ну да, забрался. Так, нормально, добили. Хорошо. Поломаю сначала вот тут все, постою вот здесь. Так, пока тут постою, да. Нормально. Угу. Ой, 6 лайков. О, спасибо, ребят. Кто еще лайкос не прожал, обязательно прожмите, пожалуйста, и подпишитесь на каналчик, кто еще этого не сделал. Пошел в жопу. Это тот, между прочим, которого я не пробил. Рикошет, мне сказали. А он меня пробил. Да-да, конечно. Поэтому, вот, пожалуйста. Путевка в ангар вам. Прямиком. Прямиком в ангар, причем, да. Ну, если... Так, стоп. Ага. И тут, и там... Но я его тут не увижу, но если он только поедет. Если он, конечно, там только поедет. Вот.
Да, ладно, пока стоять. И вот на этого лучше пока посмотреть. А, этот ушел из-за света. Господи, как... Понятно. Понятно. Ну, я сюда переехал, потому что тут... Потому что ситуация в бою вообще отвратительная. Ну, пожалуйста, давай, давай. Ага, молодцы. Ну, я откадешься, ладно. 7 лайков. 7 лайков? Где? О, спасибо! Спасибо, спасибо, спасибо. Приятно очень, правда. Чё, кто где взорвался? А чё вы на меня-то тыкаете? Вы обалдели? Чё на меня-то тыкаете? У меня 300 хп. А потому что я говорил, в самом начале боя, когда я засветил тайпа, который поехал налево, я еще и потыкал по карте, сказал то, что там стоят, получается, танки. Всем было насрать. Естественно, они мне, они въехали. Они въехали на меня. Они въехали не на, не на меня, они въехали на нас. И, понятное дело... У нас нет хп. Что-то еще и тыкает мне тут. Будто я виноват. Себе приятно. А мне приятно, что вам приятно. Очень здорово. Что поражали лайкосики. О, а вот это я не знаю, как пробивать. Я даже тут отъеду, наверное. О, пробил. Вот это вот новая имба. Ваша вот это. Это имба размазня. Вот, кстати, не знаю, почему-то мне это запомнилось. Когда-то давно... Вот у Корзиныча есть озвучка. Ну, кто, может, кто знает Корзиныча. У него есть озвучка, получается. И вот там говорилось, типа, имба, имба, фу, размазня. И получается... Ну, оно вроде как... И оно вот, знаете, мне оно запомнилось. Ой, господи, у меня тут весь чат опять... Сейчас еще кого-то заблокирую. Нечаянно. У меня тут нафиг весь чат опять свернулся. У меня потому что наушники задевают чатик. Да блин, ну я же целился. Сейчас чат открою. Все нормально. Все на месте. Все, 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 все нормально. Вот, то есть, получается, и у него такая фразочка в озвучке была. И она мне запомнилась. И вот вроде бы она как-то не очень в рифму, но вот почему-то она мне все-таки запомнилась. И я ее могу... Потреблять. Чё так точно? Чё так точно? Так точно. Так, а у нас чё? Ну, я поехал, наверное. Ну, блин, мне опасно куда-либо ехать. Тем не менее. Меня арта просто убьет. У них так, у них очень топовая арта. Я говорю, у них три топовых арты. Во-первых, у нас три арты сдохли. У них три арты до сих пор живы. Вот в такой бой закинула. У них просто башмак-башмак и 261. 261. Вот так вот. Три имбовых арты, да. Которые... Которые на самом деле нагнули. Реально. Они прям много сделали. Причем наши вообще ничего не сделали. Ну хотя, ну там так. Там так. Знаете ли. Где он? Подсвет будет? Будет, будет подсвет. Не, я буду стоять, у меня 300 хп, вы чё? А у нас вся команда шотная. А у них 704, который может убить с выстрела. И арта. Потому что у нас все танки... Не, ну, у нас нет бронированных танков. Т-30. Ну а чё там Т-30 танковать там может? Не, ну если вы дебил... То и вы целитесь в башню Т-30, то пожалуйста. То, естественно, вы его не пробьете. А так, абсолютно другая любая часть его корпуса пробивается.
Да. Но на самом деле, знаете ли, на самом деле, в башню можно стрелять, если вы находитесь повыше его, и если вы видите только башню Т-30. Но надо стрелять не тупо, блин, в башню, а у него там такая, короче, такое, как гора идет. Что? 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 Нормально. Да вы чего? Ты как разбился? Мой дорогой. Ты как? Мне еще КД, ребят. Короче, я поеду. Ну а чё ссать-то стоять? А вот тут-то гриль разбился. Но я не буду. А, нет, есть еще и тупые. Угу. Конечно, есть. А как вы думали? А как вы думали? Молодой вы. Человек. Конечно, есть тупые. Вот было бы смешно, если бы я попал бы. Пошел нафиг. Нагнул. А, нагнул. Нагнул. Ребята. Затащили. Вот. Учитесь. Иван Чебуреков пишет хы. Видимо, это Илья. Ну, я так думаю, что это Илья. Потому что, по-моему, с этого аккаунта он мне уже писал. Вот. А вот. Гонщик Трилс. 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 Что-то какой-то ник как... О, ну, ник. Клан, я имею в виду. Знакомый. Как будто слыхал, да. Слушайте, а мне понравилось. А мне понравилось на шарпутюрике гонять. У тебя 100 аков. Понятно. Понятно. 100 аков. Понасоздавал-то. Блин, ну Саня такой ник. Ну вот этот сам ник. У него там такие всякие крестики какие-то и висюльки. Что-то у него там... У него там все. У него там все в нике. Красивый очень, на самом деле, ник. Прикольный. Мне нравится. У тебя было бы 43 подписчика, если бы не я. Я надеюсь, это шутка, Илья. Я надеюсь, это шутка. Ну, ты ж пошутил, правильно. Потому что если это не шутка, то мне обидно. Так, вот тут подсвечу. Вот. Какой рил? Да не рил это. Ты думаешь, это рил? Я не верю, что это. Ты хочешь сказать, что ты и Саня, и Вика, да? Илья, мы с тобой познакомились, когда у меня было уже 100 подписчиков. На секунду. Да. Мы с тобой познакомились, когда у меня уже было 100 подписчиков. Понимаешь? Пойми сейчас. Это не рил. Шутка? Вот именно, что шутка. Вот, я не понимаю. Вот конвей. Конвей, да? Я что там? Просто, я не знаю. Глаз алмаз?
Я понимаю, я засветился, окей, да. Ну, блин, он мне... И нав... Что он там, наводчика мне сломал, по-моему, да? Убил, ранил, ранил. Да, наводчика. Ну, молодец. Вертухой. Нет, не вертухой. Я не знаю, вертуха это была или нет, мало ли. Прикиньте, он там на ходу еще вертушку прописал. Блайндом наводчика попасть на 569. Мне кажется, это великолепно. Мне кажется, это великолепно. День рождения у меня 3 июля. 3 июля. Летом. Прям посерединке. Кстати, рад. Мне так посерединочке прям. Знаете, я уже старею. Я уже старею, потому что вот мой последний день рождения. Вот вроде бы и ждал его, но... Как-то вот... Как-то вот, знаете, что я все тут стою и стою, что-то никого... Да я буду разговаривать с вами. У меня все-таки стрим идет. А, все, окей. А, все, окей, окей, окей. Хорошо. А, лучше с вами разговаривать, да, чем вот в это играть. Так. На самом деле... Понял. Понял. Топ выстрелы. Получается вот... Потому что вот я говорю... Раньше я свой день рождения ждал очень сильно, а сейчас вот... Последние, ну, года... Ну, вот, нет, последний все-таки. Я его ждал, но как-то не было ажиотажа. И Новый год тоже. И Новый год тоже. И Новый год, на самом деле, вот. Как-то тоже не ждешь. И время летит быстрее, потому что вот раньше я не замечал, я говорю, типа, вот друзья, ну, не друзьям, а близким вообще. Так время начало быстро лететь, я говорю, а что ты вот уже, все, что ты уже растешь, и вот. И время и быстрее летит, и вот я говорю, и Новый год как-то уже пофиг было, не ждал. И день рождения уже тоже. Как-то уже, вот, знаете. Я знаю, что мне только 12, ну. 12, а Хости... Хости. Хости хрустят, как в 50. Ой, мои друзья поймут. Короче. Мои друзья... Ай, подождите! Господи, нет, стоямба. Я перепутал базы. Я базы перепутал. Тихо. Я просто смотрю, они вот тут стоят, а я еду как раз-таки с моей стороны, это вот лево. Я еду, еду, думаю, да, нормально же. 10, но тоже. Вот если сравнить мои 10 и 12, господи, да это вообще небо и земля, правда. Это вообще просто. Это... Господи, кого я свечу? Я Кунзепанзера так свечу, что ли? Нифига себе. Ребятушки, кому не трудно, пожалуйста, лайкос прожмите и подпишитесь на каналчик. Поддержите очень сильно. Вот. Это вообще... Прикиньте, я себя вообще дедом почувствовал просто. Я иду, ко мне мальчик обращается на вы. Я такой, я его говорю, я что, старый, что ли? Я что, дед, что ли? Что ты ко мне на вы обращаешься? Сколько я ростом? Ой, не знаю. Не знаю, сколько я ростом. Я как-то... Ребят, 0 урона, но я свечу. Уже почти 2к на свет. Слушайте, может мне светить? За это так-то
Как-то, так это тоже хорошо. Слушайте, я думаю, может мне там проехать. Не знаю, сколько я ростом. Примерно 160, может быть. Где-то так. Примерно, yes. Может, чуть ниже, выше. Ну, где-то так. Точно не скажу. Не знаю, не парюсь. Не парюсь. Живу и живу. Живу и живу. Меня вот во мне все устраивает. Да. Меня вот во мне все устраивает, на самом деле. Ну, кстати, раньше какие-то комплексы, на самом, может, и были, на самом деле. Раньше. Раньше, да. Что-то, ну, вот не то, что они прям были, просто как-то задумался. А вот я такой. А вот я такой. А может быть, я такой, действительно? Сейчас мне вообще насрать. У меня... А знаете, почему, кстати, у меня 0 урона в этом бою? И 2к засвета. Да потому что в этом бою у меня ничего не летит. У меня только засвет идет. Ну, это реально. У меня в этом бою ничего не летит. У меня идет только засвет в этой катке. И все. И комплексы. Ну, это было это давно. Это было-то очень-очень давно. Да такие мелкие. Такие мелкие, на самом деле. Вот. Ну, то есть... Просто что-то... А сейчас мне вообще насрать, правда. Вот я говорю, я вот... Когда вот уже мне вот около... Ну, вот 12, да, мне стало... И вот прям правда, мне так стало насрать на чужое мнение. Просто. Это вообще... И я так рад, там, не знаю, мне вообще прекрасно живется просто. Когда на все плевал просто, реально. Я вот живу как комфортно. Ну, может, не всегда, естественно. Когда-то-то надо выходить за зону комфорта. Но, тем не менее, то есть, в принципе-то, все устраивает. Да, вот стримить начал, уже как почти год. Какие оценки учишься? Ой, такая история вообще. А, ну, всегда я учусь на 4,5. У меня троек, двоек, никогда. Не было. 4,5 у меня оценки. Всегда. А вот был, получается, какая-то четверть была, я уж точно не помню. Ой, блин, вот до отличника вот немножечко не оставалось. По одному предмету четверка вышла, блин. Зараза такая. Вот так обидно стало. Вот единственный момент. Потому что обычно у меня-то 4-5, и, ну, и хорошо, блин. 4-5, ну и хорошо. А тут, блин, вот одна четверочка. Или не... А, три их было четверочки. Три четверочки было. Все остальные... И вот, ну, немножечко, ну и обидно стало, блин, так, зараза. Как ты это делаешь? Не знаю. Как-то делаю. Как-то делаю вот я это. А вот тут, блин, залетело. Вот у меня в прошлом бою с полной сводкой ничего не залетало. У меня в прошлом бою с полной сводкой ничего не залетало. В этом бою залетает вообще не сводясь. Ну и по мне вот. Они вот тут стоят. Да.
Так, сейчас, 5 секунд. К ВПР готовится? Когда у вас ВПР? Чего? Вы чего, ВПР в апреле? Какой ВПР? И когда у вас ВПР? У экзамены эти? Кстати, слышал то, что хотят вернуть систему СССР, ну, обучение. Вот программу обучения СССР. Ой, я рад. Я только рад, на самом деле. Только рад. Ну, потому что на самом деле, ну, как бы, что за бредятина? Вот это понапридумывали тоже. Какой-то бред полнейший. Раньше не было, и, извините, адекватными людьми все выросли. Тут какую-то ерунду вообще придумали просто. 16 апреля, ну, только и у нас тоже 16 апреля. Еще мая нет даже. Еще даже нет мая. Понимаете? Вот это можешь понять? Секрет. Я уже даже что-то не играю, а болтаю с вами. Ну так мне это нравится. Так мне это и нравится. Извините, я сюда пришел не поиграть. Ну, ой, у меня были до этого бои. Нормально. В смысле, в 6 классе писать надо? Их вообще-то каждый год пишут, Илья. Что значит писать надо? Их каждый год пишут. Так-то. Начиная с 3 класса. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и там уже другой экзамен. В смысле, их вообще-то каждый год надо писать. Всегда 16 апреля, в апреле всегда. А я засвечусь? А я засвечусь. А, пошел нафиг. А можно я еще тычечку дам? А, спасибо. Все. Все. Вот у меня закрыли работу 3 с минусом. Так обидно было, я плакал в подушку. Ну. Обидно. Значит, надо... Подучить эту тему, я думаю, так. Как-то. Илья, я говорю, каждый год ВПР пишут. Это экзамен. В конце года всегда идет экзамен ВПР. Причем жесткий. Ну как жесткий? ВПР, он сделан наподобие, кстати, вот ЕГЭшек, УГЭшек. Тоже твои мозги за год проверяют. Но бояться не стоит. Чтоб бред по... Ты чё, тварь, делаешь? Что бред полнейший, я говорю. Вот все другие года как-то жил без него, да, и тут он такой, опа! Опа! Опа, 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 опа! У меня КД. У меня КД, пацаны. Да помоги ты мне, ты чё, пацан? Пацан, помоги мне. Ой, наконец-то. А у меня что-то танк куда-то поехал вообще, фиг пойми. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ой, как мне страшно, ёлы-палы. Как я тут живу, я не знаю. Давай, 6-4, ребята, вот столечко перезаряжаюсь. Ребята, вот столечко, ща нагнём. Угу. Пик мне, да? Пик мне, да? Ага. Блин, 3К накидал.
Ладно, нормально. Нормально. Сейчас, секунду, ребят, кое-что тут проверю. А, что проверять-то? Все, тихо, все нормально. Все нормально. Все нормально. 3К. 3400. Вот, что называется, обидно. И получается, с завтрашнего дня, с завтрашнего, да, с завтрашнего, думаю, мы начнем проходить новую игру. Да. Новую игру на танке мы пока забиваем. Около на 3 месяца с вами мы забиваем на тункасы. На 3 месяца. На 3 месяца, да, ребят, на 3 месяца мы с вами забиваем на танки. На целых 3 месяца. Слушайте, господи, какие... Мне нравится шарфутюр. Вот прям давно не играл, и тут с возвращением таким классным. Вот, потому что, блин, кайф. Вот, и что я хотел сказать? Я хотел сказать то, что пока забьем на 3 месяца на танк и будем играть в другие игры. Вот. Только за начальную школу? Да нет. Да не может такого быть. Ну, я не знаю, как там в твоем городе. Но вообще в школах России там одно и то же везде. Не знаю. Потому что ВПР это как обычная контрольная работа, только спрашивают... В конце года, то есть вот проходит год учебный год идет, и за этот учебный год ты получаешь знания, а в ВПР это, то есть у тебя там задания по всем темам за весь учебный год, то есть абсолютно все темы за весь учебный год, ну не прям все, но какие-то берут, то есть там в разноброс они, и просто ты отвечаешь. И обычно там никаких не баллов, просто оценка. Самая обыкновенная. Я говорю, как обычная контрольная работа. Вот. Есть пробитие. Чё, может еще кто? Чё, ребят, давайте еще чё кого? Чё-то мало как-то вас. Блин, зараза. Ну вот это говно, конечно, пробить тяжело, да. Там как бы так должно быть, Илья. Не знаю, даже. Так. Ну и чё, все ТТ, что ли? Ну, я имею в виду, типа, все... Типа все. Почему так мало? Ну, давай назад, давай. Ну ничто ж не тупые, понятное дело. Ну давай. Спасибо, люблю. Люблю, уважаю. Спасибо огромное. Оу, ей, там. Я. 8 лайков. Ай, как приятно. У меня обычно стабильно, в принципе. Чё, топовый стрим, что ли? Ну, обычно стабильно 5 около набирается. Тут что-то вот так уже... Да, чё топовый стрим. Ой, мой самый топовый стрим на 4К просмотров. Самый топовый стрим мой. На 4К просмотров это старый стрим Лары Крофт. Прохождение Лары Крофт. Он сохранился. Этот стрим, его можно посмотреть. Понять не могу. Ты чё? Прога, вот прога, на самом деле опасно, что она здесь. Но она, возможно, уехала. Не знаю, короче. Но она может просто не подставляться.
Ага. Я ее пока не свечу, даже если, то есть. Это что? Ну, я его не увижу, я понимаю. Просто поинтересоваться хотел. А что он там забыл? Вот поджаться хочется. Вот прям вот сюда. Но что-то как-то мне сыкованно. Потому что меня город будет видеть. Меня будет видеть город. И все вообще везде. Это что такое? Вот и прога. Так, а там умер? Умер, умер. Хорошо. Вот по урону катки топовые, на самом деле. По урону. А вот как победы, вот их мало, на самом деле. А результат, конечно, есть. Потому что результат. Блин, я боюсь так делать, как К-91. Там с города тебя увидут. Увидут. Ну, хотя там защитник. Можешь еще разок. Ну, можешь еще разочечек. Ну, можешь еще разик. Ну, давай. Ну, пожалуйста. Да, иди нафиг. Командир Контужер, А, он сюда видимость снижена. приехал. Так, стоять. Меня сейчас прога увидит. Пусть едут-то, чё? Чё там стоять-то уже тогда? Пусть едут. Пошёл нафиг. Нормально. Еще, ну давай, ну давай. И что ты ушел? А может мне откадешиться вообще? Стоямба. Поехал в город я, короче, наверное. Прям вот так поеду. Неплохо. Неплохо, неплохо на самом деле. Могло быть и хуже. Ну вот, ой, он сейчас рентгеном. Так, я пока пос... Ага, стоять. Меня там с центра убьют. Ой-о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 й. Извините-ка, извините. Пацаны, ну где этот драный конь? Пожалуйста, помоги мне. Господи, боже мой. О, боже мой. Ты такой, ой, ты такой классный помощник, знаешь ли. Просто спасибо тебе хочется сказать. Прям от души, братан, от души прям. Спасибо тебе хочется сказать. Вот за то, что ты есть. Мерси. Иди в жопу. Внимание, отступаем. У него full хп, он говорит, внимание, отступаем. Мне нужна помощь. Ты профессионал. Ты профессионал. Пожалуйста, подъедь ко мне. Нужна поддержка. Понятно, не дождусь я, короче, помощи от него. О, господи. Нормально. Тащим. Ух ты! А вот я говорил, тупой конь. Просто тупой конь. Я даже не попал.
Это так. Я потом посмотрю статистику этого неадекватного человека. Пул ХП, он говорит, отступай. Где он вообще, кстати, был, когда на меня выехал Т-10 и защитник? Ну. Я не понимаю, просто зачем было в принципе отступать? Он говорит, не отступаем. У нас захватывают базу или что? Прекрасная позиция, нам надо убить Шкоду, потому что потом она будет нам мешать, понимаете? Шкода барабанный, шустрый. Танк, которого мы, блин, вряд ли даже пересветим. Понимаете? Вот в чем прикол. Нам надо было убивать Шкоду. Я не сомневался, что она нанесла столько. Еще и 48. 48%. Тем более надо было это, вот это. А, ну пацан играет совсем недавно. Совсем недавно играет пацан. Как это совсем недавно? Уже почти 4 года. Да не почти, а 4 года. И у него за 4 года всего 3к боев. Да ну нафиг. Да ну вас нафиг. Чё так мало? Даже еще не 3к. 50% побед. Да. Нормально, нормально. Блин, это вот могли легко затащить, прям правда. Очень легко затащить могли. Этот бой не затащили. Сколько у меня их? Там тащить делать нечего-то было. Я убил Т-10, я убил защитника. Шкода на меня поехала. Ну, если бы конь вкатил бы на нее, потому что у коня фул ХП. Он бы на нее вкатил. Она бы по нему разрядилась. И даже если бы она по нему разрядилась бы, то она бы его не убила. А я бы помог ему бы. Он дал тычку бы. Я барабан бы дал ему. Он бы добил. Все. Поехали бы базу защищать. Какой-то бред сделал. Прям вот очень смешно стало. Ой, вот эта карта тоже такая странная. Ну, есть две карты, которые я не люблю в плане звуков. Не в плане того, что сами карты плохие, а в плане звуков. Устричный залив, там самолеты очень громко летают. И вот на этой карте тоже очень-очень громко самолеты летают. На других картах они тоже есть, но они там какие-то тихие. Они там тихие. А тут они очень громкие на самом деле. И они не прекращаются, они летают весь бой. Весь бой они летают. Весь бой. Весь бой, весь бой, весь бой. Так, я что-то не помню, как тут можно встать было раньше. Ща, а, это вон там, по-моему. Или что, или как? Я тут так давно не играл с этой стороны, что я аж уже что-то подзабыл. Понятно. Так, если я сейчас сделаю вот так, то я чё, под кого подставлюсь я? Чё, не под кого, что ли? Блин, как тебе повезло. Слушайте. Я думал, не попадет. Не, ну а как там попасть-то можно? Никак. Не, ну можно было попасть, но я не спорю. Но, блин, там шанс невелик был на самом деле. Ой, я говорю, помоги. А, поддержите, я сказал. Я хотел откадышиться. Ну, типа, вот так. Хопа. Хопа. Сказать то, что я КД. Я хотел.
там Type 68 еще. А Вазик сейчас... Ага, понятно все. Вот, а нафиг он лезет-то на него? Смотрите, и он лезет, ёлки-палки. Он уже понаблужал, и он лезет. Так а чё тебе просто вот туда в уголку-то не стоится? Вот сюда вот встань. Вот, вот ты просто, вот, вот. Да что, почему постоянно говорится, мне нужна помощь? Ты просто встань левее, вот, вот, понимаешь, сейчас я скажу. Ну тут не скажешь ему, понятно. Что тут так игра работает. Красиво. Нет, не лезь ты на них, ну не лезь, ну пожалуйста. Господи. Ты просто сдохнешь. Не лезь, бесишь, а? Вот. И он лезет просто. Я говорю, не лезь. Как человеку донести? Начать отступление. Как донести человеку? Ну, пожалуйста, ну стой ты спокойненько. Повезло. Ну, я думал, не пробью, потому что а как это пробить-то можно? Блин. Вот. Сейчас. Стоямба. Вот. А теперь можешь вылезти и дать ему тыку. А, ну уже не дашь. Вот. Ну то есть вот как надо было играть. Надо было спокойненько стоять и ждать, пока он выйдет на тебя. А он что-то это... А он наоборот на них лез. Все хп, блин, потерял. Эх. Странный, странный, странный человек. Можно вот отсюда попробовать. А чё, Хори наплевать, что у нее происходит? Опе. Или это типичный человек, который не смотрит на миникарту? Мне кажется, это типичный человек, который не смотрит на миникарту. Так не кажется? Так кажется. Понял. Если ставить цель. Так стоять, 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 стоять. Норм. На джип. На джип, на джип. Пошел. Понятно. Нет, на джиба. Ну, был немножечко так. Знаете, поверхностно. И только что-то они на нашу базу приехали со всех сторон. Там и город уже, и вообще везде, везде, везде. Ну, как-то вообще неприятно. Как-то очень неприятно, на самом деле. Я еще и свечусь. А, ну ЛТшечка. Или вот из-за этого я свечусь. Я не могу понять. Так, стоять. Ну, пусть лучше, вот, видите, я буду ждать, пока он на меня... выйдет. Оба-на. Ты видал? Рикошет. Ты чё? Какой рикошет? Танк уничтожен. Что? Понятно. Да. Круто. Вот как, блин, обидно в самом начале. Я имею в виду стрима, там, Диего я почти заблокировал навсегда. Повезло мне то, что это не заблокировал вообще навсегда. У меня наушники, потому что вот я же в наушниках. И у меня чат, получается, перекрыт наушниками этими. Проводом от наушников. Вот. И...
они тыкнулись. Ну, провод срабатывается по сенсору как-то, не знаю. И все, и они вот так вот сделались. Ребят, я буду, наверное, стрим заканчивать. Хаба! Всем огромное спасибо, кто пришел на этот стрим. Кто еще не подписался и не прижал лайкос, обязательно это сделайте. Поддержите меня, пожалуйста. И так, всем удачи.